Коллеги, всем привет, всем привет. В этом видео я буду разбирать, опять же, ножницы кидаки. И сегодня хочу с вами заострить ваше внимание на теме 440-й стали. Для тех, кто не знает, ножницы кидаки уже заслужили свое призвание и признание у многих мастеров, как Украины, России, Белоруссии и других стран на постсоветском пространстве, как качественный, надежный парикмахерский инструмент. Но многие из вас, к сожалению, в последнее время стали очень часто уделять тому внимание тому, что вот ножницы кидаки, они стали какие-то не такие, что с ними что-то не так, ну, на ваш взгляд, но при этом, к сожалению, никто из коллег не разобрался, в чем, собственно, возможно, подвох или подводный камень, может быть, и мало кто из вас знает, что ножницы кидаки, они делаются и изготавливаются из двух видов стали. Это у нас 440-я сталь, значит, и кобальтовая сталь. Кобальтовая сталь, она у нас на ножницах кидаки, вы так примерно не отличите, как же она, собственно, отличается, только по вот этой надписи. Если здесь у нас надпись «Кобальт» есть, значит, данные ножницы сделаны совершенно с другого материала. Но также хочется отметить, что все ножницы кидаки, без исключения из кобальтовой стали, которые у нас представлены в России, они у нас идут не только в классической форме, как вы видите вот здесь, а они у нас бывают и в эргономике, и полуэргономике. Поэтому, когда вы покупаете, казалось бы, две одинаковые модели, всегда уточняйте, какая же здесь у нас используется сталь. А почему я заостряю на этом внимание? Потому что, опять же, вот когда я работал на выставке «Невские берега», ко мне подходит коллега, начинает изливать душу, и вот как раз таки у него были классические ножницы, и говорит: вот, Дмитрий, я купил себе ножницы, они были такие классные, проработали мне очень много лет, но я купил ножницы, достает из сумки ножницы в 440-й стали и говорит: вот я купил их, а они не так стригут, какой-то у них жесткий срез, что-то в них не так. На что я, естественно, сразу поинтересовался: а какой моделью вы стригли до этого? На что она в полной уверенности говорит о том, что да, такая же модель, все так же было. Я говорю: хорошо, вы можете мне хотя бы показать, и чтобы я увидел, такая же модель или нет? Она открывает фотографию, и там вот такая же ведь модель лежала. Значит, только здесь, если у нас разница в размере, это у нас пятерки, а у него были 5,5. Так я же говорю: у вас здесь кобальтовая сталь. Я говорю: а вы купили, соответственно, 440-ю сталь. На что в глазах коллеги было удивление, что, оказывается, ножницы кидаки есть еще и в 440-й стали. Да, коллеги, 440-я сталь, она у нас присутствует, и она у нас, конечно, стоит дешевле по сравнению с кобальтовой сталью. При этом, да, она достаточно прочная, она достаточно сделана из нержавеющей стали, плюс она содержит молибден, марганец, бор, короче, очень много всевозможных ингредиентов в этой стали здесь добавлены, то есть достаточно тоже жесткая сталь, там по шкале Роквио, там, по-моему, от 58 до 62% как раз таки жесткости в этой стали. То есть, по сути, хороший ножницы, хороший инструмент, но за счет своей жесткости при этом ножницы ходят порядка 2 лет спокойно, без заточки. Ну и, соответственно, когда вы работаете этими ножницами, у вас такой, знаете, характерный, такой, знаете, нехарактерный звук, такой, знаете, такой хрум-хрум-хрум, то есть как будто ножницы хрустят. Это особенность вот именно вот этой 440-й стали над кобальтовой сталью. То есть если вы понимаете, что, к примеру, вы мастер, который мало работает, мало стрижет, а такие мастера есть, которые в основном там больше всего красят, к примеру, или делают там прически, укладки, ну, мало стригут, то я бы, например, всегда бы советовал
сегодня вам 440-й стали в силу того, что смысл вам переплачивать за куплет, если вы мало стрижете. Если вы, конечно, прям вот четко уверены, что вы хотите прям хорошую рабочую лошадку на очень-очень долгий срок, то, конечно же, я бы вам советовал бы кобальтовые ножницы, потому что по сравнению с 440-й сталью кобальт ходит у нас на 30% больше, дольше по сравнению с 440-й сталью. Также хочется отметить, что в компании было принято решение на протяжении многих лет, так как ножницы выпускались, помимо основного вот этого обычного винта, стали добавлять, знаете, такую как бы изюминку, то есть микроподшипник. То есть микроподшипник — это современная технология, которая, как вы видите, совершенно два разных винта. Вот здесь у нас микроподшипник, то есть это нам дает более плавный ход, плюс еще нам дает более точную регулировку ножниц. В комплекте идет вот такой еще ключ всегда. И плюс это самая последняя современная технология, которая позволяет скреплять эти ножницы. Казалось бы, мелочь, да, но на самом деле, коллеги, я вам хочу сказать, что это очень круто. И если вы подсаживаетесь на ножницы вот с таким вот винтом или каким-то другим винтом современным, потому что винтов большое количество у ножниц Кидаки, там есть, если перечислять винт, классический винт, это вот DS, потом есть винт DQ, потом есть винт DQT, потом винт есть DD, есть винт DRT, то есть достаточно большое количество разных винтов. И если вы реально прочухаете эту тему, если вам действительно вот зайдет вот тема с разными винтами, и поверьте мне, вы будете весьма-весьма удивлены, насколько большое многообразие различных винтов, форм присутствует в ножницах Кидаки. Ну а раз уж я заговорил о форме, хочется отметить, что все производители на текущий момент делают три основные формы. Как вы знаете, это у нас классическая форма ножницы, это эргономика и полуэргономика. То есть за что и полюбили также ножницы Кидаки, что большой выбор различных форм, то есть под разные задачи, плюс большое количество размеров в ножниц Кидаки тоже присутствует. На мой взгляд, это тоже один из ключевых моментов, который нужно всегда помнить при выборе ножниц. Потому что, например, вот если мы говорим сейчас про классическую модель, то здесь модели есть совершенно разные. Есть модели 4,5, 5, 5,5, есть 6 и даже 6,5 и 7 дюймов соответственно. Для тех, кто не знает, размер ножницы — это у нас, это измеряется в дюймах, да, то есть 1 дюйм равен 2,54 сантиметра от одного конца до другого конца ножниц. И, соответственно, вы как мастер понимаете, в каких техниках вы работаете, вы всегда можете себе подобрать ту или иную модель себе в работу. Например, если вы мастер, который только начинает свой творческий путь, например, вы знаете, что вы работаете только в точных стрижках, то, конечно же, вы обратите свое внимание на модели 4,5, пятерки, 5,25, такие тоже были размеры, пятерки, 5,25, пятерки и край 5,5. Хотя я считаю, что для точных стрижек все-таки ножницы должны быть у мастеров, начиная от 4,5 до 5. То есть чем меньше размер режущего полотна, тем точнее будет выполнена ваша стрижка. Ну а если вы, например, любите делать больше текстурированные стрижки, то вы, конечно же, можете подобрать себе ножницы Кидаки от 5,5 и вплоть до 7 дюймов соответственно. Как правило, их любят мастера, которые любят стрижки такие, как в техниках Тони Угай. Мужские мастера любят ножницы больших размеров. И вообще тут недавно слышал такую тему, что коллега ко мне обращалась, говорит: Дмитрий, подберите мне ножницы. Я говорю: окей, в каких техниках ты работаешь? Он говорит: слушай, не знаю, говорит, вот сейчас модно стричь большими ножницами. Вот, коллеги, вот
сразу вам говорю, что вот это вот этот миф сразу исключайте. А мода на полотна — все это ерунда. Чем точнее хотите формы, тем ваше полотно должно быть меньше. Чем хотите стрижки более текстурированные и рваные, тем ваше полотно должно быть длиннее. Вот это самое главное золотое правило, которое вы должны помнить. Также многие полюбили кидаки за то, что у них большое количество различных форм, как в кольцах, так и в ручке есть разные формы. И, на мой взгляд, это тоже очень важный и нужный момент, потому что, например, кольца играют достаточно большую роль при выборе ножниц. Потому что если у вас пальцы достаточно длинные, то, конечно, вам подойдут кольца достаточно большие. Или если у вас пальцы достаточно объемные, то, конечно же, вам подойдут кольца также достаточно большого диаметра. Естественно, с маленькими кольцами вам будет неудобно и некомфортно работать. Поэтому, когда вы выбираете ножницы, всегда нужно смотреть на кольца. Например, если вот у меня тонкие пальцы, но я люблю свободно, чтобы у меня руки находились в кольцах, то есть не руки, а пальцы, то, естественно, я буду также обращать на это внимание. То есть большие кольца мне, например, нравятся. То есть у меня палец свободно туда-сюда гуляет, и мне не доставляет никакого дискомфорта. Поэтому это тоже немаловажный момент. Конечно, компания подумала о нас, производитель подумал о нас и сделали еще и проставочные кольца. Как вы видите, они здесь у нас тоже есть, они достаточно съемные. Если у вас прям уж совсем большие пальцы, то, конечно, вы можете всегда убрать проставочные кольца и работать без них. Единственное, что я всегда говорю в своих видеообзорах, это то, что не забывайте убирать эти проставочные кольца, например, в коробку и хранить их. Почему? Потому что пальцы со временем могут изменяться, они могут как худеть, так и набирать объем. Соответственно, мой вам совет: лучше все-таки храните кольца. Так же, как и храните вот эти ключи, потому что ключей достать крайне сложно, и они не продаются вот так в свободной продаже. И что касаемо упора для мизинца, если он вам не нужен по какой-то там непонятной причине, то вы также всегда можете его открутить. Если он не цельный, бывают кольца именно с цельным упором для мизинца, то тут вы его, естественно, не открутите. Здесь вы его можете спокойно открутить и убрать, если он вам по какой-то причине не нужен. Ну, по мне так, я считаю, что упор для мизинца — это очень классные и удобные вещи, когда ваш мизинец не болтается ни туда, ни сюда, а он действительно вот находится на своем месте. Коллеги, в принципе, наверное, на этом все, что я хотел вам рассказать про ножницы кидаки. Если у вас остались ко мне какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, посмотреть рекомендованные видео, которые я для вас подготовил. Ну а если вы хотите, чтобы я лично для вас подобрал ножницы кидаки, пишите мне в мои соцсети, ссылки на них будут в описании к этому ролику, и я с удовольствием вам подберу любые ножницы по вашим требованиям. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю вам всем только точных стрижек и хорошего парикмахерского дня.